Ямал вошел в пятерку регионов-лидеров в рейтинге инвестиционной привлекательности. Исследование провели аналитики агентства «Эксперт.РА». Они оценили изменения делового климата по 5 параметрам – обеспеченность инфраструктурой, социальное развитие, уровень экономики, финансы и состояние окружающей среды. Сильные позиции Ямала обусловлены благополучной социально-экономической ситуацией, эффективным региональным инвестиционным законодательством и широким спектром мер господдержки бизнеса. На территории региона развернутые площадки по реализации крупных инвестпроектов. Ежегодно в округ поступает около 1 триллиона рублей капиталовложений. На динамику инвестиционного роста также будут оказывать влияние проекты, которые реализуются нефтегазодобывающими предприятиями, доля которых в общем потоке капитальных вложений в 2024-2026 годах более 80%. В их числе проекты Обский СПГ и Арктик СПГ-2 «Новотека». Совсем скоро, в конце года, в начале следующего, начнется уже промышленная эксплуатация нового проекта «Арктик-СПГ-2». Еще вчера мы его планировали, сегодня это уже все реальность, которая совсем скоро начнет давать энергию для потребителей в любом уголке мира. СПГ не имеет всех этих политических рисков, которые мы наблюдаем в последние годы. Покупатели могут свободно за ним обращаться, и это, конечно, дает большую гибкость для сферы, для сферы энергетики, ну и, конечно, для ямальских производителей. Также в регионе реализуется ряд других значимых проектов. Среди них региональный промышленно-логистический парк «Обской причал», которому в прошлом году присвоен статус индустриального парка. Большие возможности для развития экономики Ямала в будущем создаст горнолыжный комплекс. Он является частью большого туристического кластера на Полярном Урале. Это будет первый в России комплексный инвестпроект в туристической сфере, который реализуется на условиях концессии.